с вас и хочу искренне поблагодарить за выступление. Вот в нем сказано все. И ваша любовь к этим сокровищам, которые сидят справа от меня, и к их родителям, которые напротив. Ну, присядьте, пожалуйста. Вот. Я искренне хочу поблагодарить не только за выступление, она просто характеризовала вашу работу, вашу коллективу. Работу с родителями, дружбу с родителями и работу с нашими учениками, выпускниками. И позвольте от коллег, от администрации преподнести вам петицию. Я продолжу ту тему, которую вы затронули, говоря о семье. На самом деле, так сказать, это действительно то, что вы сказали, подпишусь под каждым словом. И в знак того, что этот проект уже второй год имеет право на жизнь, я хотел пользуясь случаем еще вам тоже презентовать, но я полагаю, что наши ученики тоже получат этот семейный альбом, это городской альбом, который второй год подряд, город Бирск, дает выпускникам, в котором собраны все выпускные классы, а в этом году, так сказать, еще и включили фотографии наших первоклассников. Так что тоже пользуясь случаем, преподнесу. Да. Вы знаете, есть три вещи, которые в жизни никогда не возвращаются. Просто никогда. Время, слово и возможность. Я вам, милые друзья, хочу пожелать. Не теряйте время, используйте все свои возможности, но уж если дали слово, то его держите. Я не буду утомлять вас душещипательно, чтобы вы не расплакались, потому что все равно уже слезки на колесах, так сказать. Так что я вам хочу пожелать счастья, любви, добра и терпения. А родители хочу искренне поблагодарить, потому что без вас хоть какая, так сказать, золотая администрация города, золотая администрация школы, мы без вас невозможно что-либо сделать. Дай Бог вам здоровья, спасибо за те благодарные дни, которые вы подарили городу, подарили своим детям, подарили нашей прекрасной школе. Всем успехов, счастья и любви.